Всем добрый вечер. Пришло время вечернего обзора, ребят. Я не знаю. Все, у нас погода такая вообще непонятная. Утром пасмурно. В обед было солнце. Наснимал несколько роликов. До сих пор не успеваю ничего выложить. Первый вот дневной обзор только выложил, и все, в кратчайшие сроки. Все остальное еще обрабатывается. Я не знаю, когда обработается. Судя по всему, придется всю ночь там сидеть с ним, с компьютером, с этим. Ну, это полбеды. Так вот, а ближе к вечеру, видите, опять солнце спряталось, тучки, облака, сильный ветер, и я опять забыл защиту. Пришел домой, снял ее, когда скидывал видео, и все. И забыл. Так что идем смотреть море без защиты от ветра. Ну, вон-то, послушайте больше моря, а я больше помолчу. Издалека видно море такое симпатичное, синенько-бирюзовое. И, возможно, по-прежнему сильный шторм. Я сегодня наснимал, по-моему, шторм. Естественно, с помощью вжика в том числе. Ну, это что такое? Вроде как солнце пробивается такое. А, понял, это фары светят. Все, вот лошара, никандары. Будет еще несколько роликов про шторм. Я не знаю, как вам, но мне очень понравились. Такие вот интересные, живые, с помощью вжика в том числе. И не на одном пляже, на нескольких. Ну, увидите. Всему свое время, как смогу выложу. А вот море, похоже, немножечко успокоилось. Я не наблюдаю вот такого сильного шторма, который был днем. Да, есть волнение, но не такое жесткое. Как всегда, в районе где-то Турции, там даже в сторону, я бы сказал, даже Ирана, в ту часть направления Ирана, солнышко где-то там светит. А вот у нас, так и хочется сказать, как бы вот так. Все, слушайте. Подожди, чуть-чуть дальше, там волны всегда бывают чуть больше. Ничего так симпатично.
Ну вот как бы вот так. Опять повторюсь я. Друзья, надеюсь, вы насытились шумом моря, всей его красотой, а я малость принес. Поэтому буду направляться домой и быстренько выкладывать вам этот ролик с такими вот волнами красивыми. Смотрите, народ подтягивается, приходит, снимают и правильно делают. Сейчас подойду поближе, а потом быстро убегу, если успею. Сейчас убегать будем от большой волны. Вот там вот большие, а здесь маленькие. Убежал. Все, хватит на этом, а то раз убежал, второй раз можно не убежать. Все, друзья, всем пока. До следующих роликов, пошел работать. До новых встреч.